Доброго вечора. Ми з України і ми непереможні. Вітаємо, ми з України. Мене звати Марія. Мене Володимир. Мене Ілюша. Наша сім'я – фанати Бориса Джонсона. Когда вот он написал письмо украинским деткам, и мы прочитали это письмо Илюше, Илюша сказала, давайте как-то порадуем его, что-то ему приятное сделаем взамен. февраля, по словам ребенка, у них заканчивалась еда, и мама пошла в магазин купить еды. И она не вернулась, она пошла или через мост, или на мост, и мост взорвали. 27 февраля папа оставил ребенка соседям с свидетельством о рождении и пошел искать маму. Все, был обстрел сильный, и папа не вернулся. И ребенок 3 недели находился с соседями по подвалу. Он рассказывает, что было очень страшно. Он рассказывает, что у нас не было кушать. И рассказывает, да, что вот он так хотел кушать, что кушал игрушки друга своего. Маша, она работала тоже в приюте для детей. Ну, я таких, добрых таких людей еще не встречал, если честно, как Маша. Конечно, это для меня больная тема, потому что, честно, вообще страшнее ничего не придумаешь. Путин подписал такой приказ, что этих детей можно брать под усыновление в России. Это у нас единичный случай, когда у ребенка никого нет. А у этих детей есть родственники, которые их ищут. Они никогда не найдут полностью детей. Около 20 тысяч. И 2000 сирот, представьте. А это просто зверство. Поняли, что надо действовать. Написали пост в социальных сетях, что готовы усыновить ребеночка. Через этот пост набрали волонтеры. Сказали, вот есть такой мальчик. И через 2 дня уже поехали за ребенком. Мама умерла, и папа у меня умер, и вот я остался сам. Я такой маленький, как я буду сам в этом мире? Мы ему сказали, да, мама, папа умерли, очень жалко, умерли из-за войны, из-за военных действий. Но они на небе, они смотрят на тебя, улыбаются, радуются. И если ты хочешь, если мы тебе нравимся, то вот мы муж и жена, и мы можем быть твоим мама и папа, твоими родителями. Он согласился, он сказал, хорошо. Мама, папа, меня. Они меня живые, они меня любят. Купил ему арбуз, первый арбуз в этом году. Он вообще такой счастливый, целый день ходит, обнимает меня. Папа, спасибо, я так ждал этот арбуз. Знаете, конечно, тепло такое. Не знаю, я не ожидал, что можно привязаться так быстро. Очень любит целоваться, просто подбегает постоянно, выцеловываются воздушные поцелуйчики, обниматься по 100 раз на день «я вас люблю». Вот как будто вот мы всю жизнь были. Мечта у него – это футбол, конечно же. И такая самая крупная, он хочет в космос полететь. Он любит космос. Для этого мы с женой приложим все усилия, чтобы у него было счастливое, яркое, хорошее будущее. Сила наших украинцев в нас самих, в наших добрых людях, в наших отзывчивых людях. У нас практически все наши украинцы такие. А эти в нас. А теперь мы с вами потрясем. Це буде Україна! Україна!